Так, сейчас посмотрим. Начать задание. Смотри, Кирилл. Че это такое? Да, могу. Стой. Че это такое? А, дымовуха? Если взяться за выполнение этого дела на данном уровне сложности, ваш... А, видимо, то, что сложность. Дымовуха, да? Поменял. Ну, не то чтобы. Мои друзья... Друзья... Правил. А! Лол. Паралитический газ. Ты умер? О! Ну, а ты как думал? Ну, ты, видимо, долго ходил ща по нему. Я даже не заметил, что я подыхаю-то. 200 баксов забрали. За то, что убил меня? За то, чтобы от звезд избавиться и на задание пойти. Сажусь-ка я в прозрачную машину. Так, как костюмы ограбленники ставить лучше? С подобранных в стиле игрока. В стиле игрока? Подожди, а тут... Тут костюмы надо, что ли? Ну, здесь костюмы ограбления. Ну, если с подобранных, типа, общий выбор банда, общий выбор лидер, выбор масок лидер. А если чисто в стиле игрока? Ну, стиль игрока это, типа, в том, чем мы есть, а дальше там... Ну, да. Или можешь сам выбрать, типа. Чё, без разницы? Ну, лидер ставь тогда, чё, выберешь там чё-нибудь. Кирилл, ты там чё творишь? Чего? Запускаю. У меня полетит, не полетит. Настройки. Игра. Ай, лол! Полетевший. Кирилл. Жди. Детка, ты горишь. А, не успел сесть. Пордить мне салон. Моя машина так недешево там не обошлась. Чё, какой лучше? Меня переодень. Окей, какой тебе лучше? Себя ты одеваешь, меня переодень. Ты скажи, какой тебе больше нравится? Уличный, повседневный или мятежник? Мятежник, наверное. А, ну подожди. Мятежник это вот. Что творишь? На уличный вот. Повседневный вот. Вообще сквозь тебя хожу, мне пофиг. Поверим. Давай, пошли угодить в тачку. Включи мятежник. Угу. И можно тут и... одежду. Одежду, да, выбери. Еще. Все. Дальше. 4 всего. Подожди, ты мне. Ты быстро пролистал, я, блядь, только 2 почему-то увидел, они же грузятся. Дальше. Вот это. Угу. Вот этот. И. Все. Давай серую кожанку. Вот эту? А, вот эту кожанку. Ага. Стиль... А маски? Стиль масок. Банданы, громила, пакеты. Бля, ты так, я не вижу их. Окей, вот банданы. Да, готов. Ага, дальше. Громила. Тут сами маски еще можно менять. Пакеты. Надо было сложно ставить. Карнавал. Блин, забыл. Да ладно, чё. Надо было поставить, типа, свободный стиль, видимо. Ты бы сам себе выбирал. Наверное, да. Лента. О, нет. Клейка лента. Офига, ты как так сделал? Красочный. Подпрыгнул, типа, ну что за мудак, а? Хочешь такой? Оранжевый. Урод просто. А что еще есть дальше там? Конченый. Для психов. Ну это, по-моему, было. Да, а он будет. Завис. Он тебе завис? Ну он... Ну, короче, давай балаклаву какой-нибудь. Ты имеешь в виду звук-то? Ну оранжевый. Нет, он завис. В смысле завис? Он у меня завис. Не, оранжевый не надо. NPC у меня, он стоит теперь, озирается. Какой ты хочешь цвет? Ну ладно, нет, давай. Он у меня на руль просто упал и все. Оранжевый? Да. Ой, копы через... Почему дверь не закрывается? Не знаю. Фига залагало. Этот отметь, GPS. Дверь до конца не закрывает, лол. GPS отметь. О, слушай, а это же такую же, как у тебя. Давай, ты едь, а я все такое сделаю. Такое? Ну, типа, да, но только без крови. Сейчас от копов избавлюсь. Сейчас. Поищем тебя что-нибудь. Какого-то мудака убил, блин, который меня нас протаранил, так как, не знаю,
как мудак последний. Кирилл-то нафиг. Такая есть чёрка. Чё за лаги? Ты чё? Давай. У меня он резко это поехал вперед. Подлагивать начал. Кстати, я когда трава-то обновил, что-то у меня также лаги остались эти. А чё от первого лица сразу? Чё, на твоей поедем? Так, осталось 0 жизней, понимаешь, да? Да, я понимаю. Один раз умирает кто-нибудь и все. Я спрашиваю, да, мы на моей едем, я же водила. Нафига водила? Да пофиг вообще. Я машину же выбирал. Хорош, вообще чётенько. Он встал. Упал. Так, сейчас тебя полиция пошли. Будь сдержан. Здесь, ребята, вы на сложном проходили ограбление? Нет, на нормальном вроде бы, да? Нет, на сложном. Сложном? Да, на сложном. Ну ты главное просто тут не рашит, ничего такого, осторожно очень. Угу. Главное не повредить машину. Какую? Бронированную? Нет, кабрио. Ну, сейчас угон делаем. А я на себя всех этих перевел копов. Только вертолет не видно, он за тобой что ли летит? Нет. А, тут в этом. Что-то делался от копов? Нет еще. Они тебя не преследуют или преследуют? Ну, они меня еще не видят пока. Сейчас почти ушел из вида. Я тут на себя я всех огрю. Я сейчас куча полетит. Вертолет, все. Все нормально. Заметили? Не, в смысле, все, избавился. А, ну все, давай. Ушел от погони. Наверху они. Ой-ой-ой, там кто-то тебя хотит встретить. Ты? Нет, а как, не как? Надо за мной ехать. Мы можем через они северную, за тобой просто едут. Или пойти через южную, через укрытие. А, ну они еще тебе это... Где укрытие? Срать. Ну, видимо, через вот ту сторону. Пойдем. Он по лестнице. По какой? В смысле, по той лестнице, которая тут... пожарная? Да. А где ты это вычитал? Ну, он говорит, что можете пойти по южной, типа там и мощный удар нанести, либо по северной и тихо, или наоборот. Здесь вроде чисто. А, выше пошел. Ну, так наверху вроде сам. Да. Вон, что там скоро? Ходят. Вроде нет. Все, но... Есть там укрытие? Есть. Машина есть. Блин. Бродина. А, не палимся. Я сразу помечать вот, бы можно было их вообще. Стой. Давай, короче, наверное. Да я к джипу проскочу и от него начну. Проскочи. Крадусь, видишь. На чек крадешься? Выйти. Control. Да. Изи. Изи деньги. Изи майни. Респект. Все, можешь начинать. Слева это бандиты. А, вроде все бандиты. Там все бандиты, всех убиваете. Всех убиваете. Прикрываешь? Пытаюсь. Ясно, они вот новые автомобили будут добавлять? Пытаюсь. Да, они в каждом дополнении новые добавляют. Плохая у меня позиция была, блин. Ясно, когда это дополнение будет. Ой, коси их вам, коси. Я вообще прижатый. Снимаю потихоньку. Блин, умру. Умирай. Надо еду достать срочно. Так, а это, Зоик, у тебя есть что-нибудь там, типа побег из тюрьмы, там все такое? Да, вот у меня следующий побег из тюрьмы. Все, я целый. Так, давай его. Или она на четверых? На четверых она. А, Лиз, стади. А, тогда они сейчас закончат, и это, замутимся. Угу. Сколько их там еще?
Чего персонаж мне не закрывает дверь? Так, уже одно. Двоих. Блин. Да это пиздец. Я неудачно. Надо с другой стороны идти, блин. С другой стороны ты рядом с ними появляешься. А? Ты рядом с ними прямо выходишь. С другой стороны. С той стороны лучше будет. Можно с двух сторон. Ну, можно. Ну, ты видишь, я прижатый просидел. Да, я вижу. Не вижу тебя, Кирюха. Не видишь? Быстрый перезапуск. Ну, потому что мы в разных сессиях. Я вообще ничего не делал. Сейчас я тебе законопчусь. Надеюсь, что быстрый перезапуск сам делал. Может, кто-то, подожди, законопчусь. Сделалось. Бей дофига. Мы что, прямо возле этой? Да. А, вон она. Чё-то тебя прикрываешься. Ну иди, короче, с северной стороны. Какая из них северная? Ну, вернее, по южной. Ну, короче, направо по этим. Где машины. Где машины ездят там. В смысле, нет, ты чё там, блядь, самоубийство будет, если я там. Ага, больше. А где ты еще хочешь идти? Такая же лестница должна быть на другой стороне, нет? Нет. Ну пошли. Наверное. Тогда опять по этой. Новое оружие надо взять. Ну, машину сломаешь. Так, я это. Отойду, короче, сейчас минут на 10. Нашу-то не. Я сейчас в другую сторону жахну. Подожди, не стреляй только. Я готов. Залочится очень тяжело на нужное. Кто выстрелил? Они уже спалили. Я же попросил не стрелять. Так они спалили. Кого? Не знаю, тебя, видимо. С РПГ. Пиздец. Может и меня, может. Я сейчас опять умру. Ну ты беги к этой машине. Какой? Моей. Да. Я говорю, у меня хп 0. Регенит какой-то. Ну, справа сидит, убери, сидит. Меня справа простреливает. Все. Ну, блин. Ладно. Я чувствую, надо было оружием нормальным закупаться. Таким ужасом. Я пошел на ту сторону, попробую пройти. Не выходи туда пока что. Ну я за машину сяду и все. Нет, за машину даже не садись, подожди на лестнице. Ладно. Мало ли заметят. Подожду на лестнице. А тут нету лестницы. Есть капитан, если сказал, что нету лестницы. Ну, бегу обратно. Проверить-то надо было. Ну так. Топаешь как слон. Стал бежать, потому что еле идет. Все, пошли. Пойдем. Куда ты хочешь?
Ну, к машине. Я готов. Блин. Ну давай. Шестенько. Жёстенькие все. Блин, они еще падают, когда по ним стреляешь, это бесит прям. Нога, блин, стоять не могут. Где ты там? Вот это. Так, еще. Да, зря я вышел. Зря ты вышел. Тихо. По крайней мере, двоих вижу, троих. Минус один. Вылазь. Четверых. А, добежал. Минус один. Блин, не вижу. Минус еще один. Минус еще один. Последний остался. И он прям за нужной нам машиной. Да? Да. А, понял. Все, он минус. Блин, сейчас стреляться же будем, да? Да скорее всего. Жоп. Вау! Че? На карту смотри. И... Они внизу все. Я ничего не вижу. Внизу, короче, штук 8. Короче, надо быстро спускаться вниз. Что за токийский, мать твой, дрифт? Да нахер. Направо. Пошли нафиг. Воюй. Вроде не едут. Впереди едут. Сука, что за же есть вообще? Воу, сколько их тут? Да тут вообще их до хера. Валим, валим. Стрелять будешь, нет? А, мы же бронированные тачки. Да-да. Мне хитрый сейчас вообще некогда читать. Вот тварь, он меня протаранил. Да жесть, их сколько тут вообще? Дофига. Они просто спереди появляются и на таран, знаешь, так несутся. Оу, щит. Да плохо. Вау! Плохо все. Почти приехали. Фига завернула. Воу-воу. Полегче. Да, уж. Это жестко, их много было. Я весь в кровище, блин. Да, в руку попали все. Кому? Тебе. Спину видел? Не знаю, у меня только у тебя рука. На спине еще штук 5 пуль. Да? Да. Ну, в этот раз платина даже. Ну так, кто вводил? Кто молодец? Курю, устаю.
Ну так, после такого вот. Вон у меня даже, смотри, сейчас вот на спину. У меня оно чистое. Ты у меня чистый полностью. Пиздец, у меня обе руки прострелены. Ну у меня, да, у меня две руки прострелены, одна плюс в спине. И в груди, прям возле сердца. У тебя? Да. Ну тебя я вижу. Так, чё, всё, типа, ехать домой надо теперь? Да, видимо, домой.